Лусине Мартиросян – волонтер со стажем, но благодаря акции «Мы вместе» оценила всю сложность и важность работы добровольцев. Впервые помогать пришлось действительно нуждающимся людям. Поначалу было непросто, не хватало средств защиты и транспорта, а о свободном времени пришлось забыть. Самое трудное – это, наверное, то, что у тебя иногда даже не хватало времени покушать. Мы работали по 8-9 часов. Было самое трудное, наверное, начало, потому что мы не знали, что нам дальше предстоит и, в принципе, как будет состояться наша работа. Также трудно видеть, что люди в таком состоянии находились, что многим не хватало жизненно необходимых лекарств. Увидеть, как волонтеры работали весь этот год, можно на фотовыставке «Год мы вместе». Добровольцы объединились в марте прошлого года для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более 100 тысяч жителей нашего региона получили отклик на свое обращение. В настоящий момент около 3500 добровольцев принимают участие в акции. Помощь пожилым людям, медицинским работникам, доставка продуктов питания, лекарственных средств – это далеко не все, чем занимались люди с добрым сердцем. За этот год приняло активную часть у нас более 3000 волонтеров. Это были и муниципальные районы. То есть у нас в Самарской области работало 37 муниципальных штабов, не в зависимости от нашего регионального штаба. 9 городских штабов работало. Поэтому у нас очень проводилась активная работа в течение года. Да, она и сейчас продолжается. Сейчас волонтеры продолжают помогать пожилым людям, которые находятся на самоизоляции или не могут выходить на улицу из-за погоды. Акция «Мы вместе» – это потрясающее единение, такая синергия, которая дала возможность очень многие вопросы, которые на самом деле людей волновали очень долго, решать очень адресно. Выставка продлится до 18 марта. Ее может посетить любой желающий. Кроме того, добровольцев всегда ждут в волонтерском штабе. Искреннее желание разрешить проблемы нуждающихся может противостоять любым бедам и невзгодам. Никита Колосов, Максим Гусев, «События».